Восходящая рок-звезда, мистер самой сильной связки Ростовской области Мини Шаляпин. Такие комплименты тогда еще 9-летнему Андрею Дробышеву прозвучали от Максима Галкина. 3 года назад юный певец из Новочеркасска стал лучше всех на федеральном канале. И памятную медаль программы бережно хранит. По словам мамы Ирины, после этого Андрей серьезно задумался о карьере артиста. Лучше всех — это не конкурс, это больше шоу, но попасть вот первый раз вот на такой большой телепроект, съемки, все там было очень интересно. За плечами Андрея уже тогда было 60 международных и всероссийских песенных конкурсов, а через год добавились еще 2 награды – театральные, за художественное слово. Но мечтал подросток о Евровидении. Позапрошлом году он сказал: я хочу попасть на детское Евровидение. Я хочу, написали, чтоб мне песню. Мы долго занимались. В итоге авторская песня «100 дорог» получила самые высокие отзывы в Москве. Летом на Всероссийском фестивале «Большая перемена». Оттуда певца пригласили сразу на 4 кастинга. На телеконкурс «Синяя птица», шоу «Голос дети», детскую «Новую волну» и детское «Евровидение». Выйти в полуфинал последнего было трудно. Из 600 выбрали всего 45 детей. Андрей все лето готовился к финалу, и вот он в числе 12 претендентов на поездку в Париж в декабре. Как нам сказал продюсер, который сидел вот, ну, в жюри на полуфинале, он сказал: в первую очередь мы выбираем песню, потом мы выбираем артиста, и потом мы уже смотрим на его номер. Вот. Ну, хорошо, когда это все совпало. Уже неделю Андрей в Москве на репетициях. С ним выступает новочеркасский шоу-балет «Эмпати». 24 октября юному певцу исполнилось 13 лет. Сегодня у меня день рождения, поэтому я весь в шарах. Но репетиции никто не отменял, поэтому сегодня мы готовились с музыкальным продюсером и готовили номер, чтобы показать его вам 30 октября по «Карусели» в 19:00. А сегодня еще есть возможность поддержать Андрея голосом на сайте конкурса. Юлия Сурикова, Николай Кубышкин, Первый, Ростовский.